Всем привет-привет! Я рад приветствовать вас на моем канале «Уроки черчения». И сегодня в этом видео мы попробуем разделить отрезок произвольной длины на несколько равных частей. Для начала давайте проведем отрезок произвольной длины. Назовем его, например, отрезок АБ. Для того, чтобы разделить отрезок на n равных частей, ну давайте в данном случае сделаем в качестве примера 7 отрезков, нам понадобится вспомогательная линия. На этой вспомогательной линии мы будем откладывать равные отрезки с помощью циркуля. Я взял неважно какой радиус и откладываю 7 одинаковых радиус. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь тонкими линиями соединяем последнюю точку, назовем ее точка С, с заданной точкой Б. И теперь нам нужно провести параллельные линии, которые будут параллельны отрезку BC. Данные построенные линии делят наш заданный отрезок AB точно так же на 7 равных частей. Фокус заключается в чем? Отрезок AB фиксирован, его длина задана, мы не можем ее изменить. Отрезок AC в данном случае он является произвольным. И мы откладываем на нем уже равные отрезки. Получается, что у нас в треугольнике А, Б и С сторона АС поделена на 7 равных частей. А как известно, если параллельные линии делят один отрезок на равные части, то они будут точно так же делить отрезок А, Б тоже на равные части. Давайте попробуем немножко по-другому. Давайте разделим наш отрезок AB теперь уже на 5 равных частей. В данном случае вспомогательный отрезок уже проведен, и 5 равных частей точно такого же радиуса будут заканчиваться в точке C1. Теперь наша задача. Я возьму специально фломастер и соединю точку С с точкой Б. И точно так же соединяем другие точки, точнее проводим параллельные линии через другие точки. И о чудо! Наш отрезок AB теперь получился разделен уже на 5 равных частей. Смысл заключается в чем? Как я уже сказал выше, параллельные линии, которые делят один отрезок на равные части, они точно так же делят и другой непараллельный отрезок точно так же на равные части. А на этом у меня все. Я желаю вам, как обычно, успеха в освоении этого интереснейшего предмета. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я с вами, как обычно, не прощаюсь.